Веселка Хадриана изначально имеет яйцевидную продолговатую форму плодового тела, около 4-6 см в диаметре, которая полностью либо наполовину находится в земле. Цвет оболочки гриба обычно розовый либо пурпурный. Нижняя часть веселки Хадриана складчатая, завершается розовыми тяжами мицелия. Это отнюдь не завершающая форма гриба, однако в таком состоянии веселка находится очень долго. Затем оболочка лопается, со скоростью несколько сантиметров в час начинается рост белой пористой ножки с темной сморщенной шляпкой. Гриб может достигать 20 сантиметров в высоту. Шляпка по форме напоминает колокол, на верхушке остаются кусочки оболочки, покрыты слизью. У основания остается широкая студенистая розовая вольва, остатки яйца. Мякоть молодого гриба изначально плотная и белая, покрыта оболочкой со слизистой прослойкой, внутренний слой зеленоват. Однако затем веселка приобретает ужасный запах, способный привлечь мух. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.